Всем привет, меня зовут Федор, я из Беларуси, в IT-сфере работаю. Во-первых, в данный момент я живу здесь, где живет моя семья, это моя родина в данный момент, да, хоть я и белорус, я считаю своей все-таки домом, да, это Беларусь, но в данный момент моя родина здесь, соответственно, а кто, если не я должен этим заниматься? Здесь живет моя семья, мой ребенок. Поэтому ничего в этом странного нет, что мы здесь занимаемся тем, что пытаемся построить свою оборону, да, в первую очередь. Мы ни на кого не нападаем, мы всего лишь хотим защитить себя и свои силы. Это нормальное желание любого человека. Ежедневная работа для того, чтобы люди осознали. Чтобы человек осознал, ему нужно это объяснить. Скорее нужна просветительская работа, а не заставлять. И они должны эмоционально это прочувствовать. А то, что мы заставим людей, ну приедет сюда 100 человек, которые не хотят работать, мы вдесятером сделаем больше, чем он. Смысл? Таким организациям, как ВОМА и ВОМА в частности, больше медийно нужно быть везде. Да все армяне любят свою страну, просто эмоционально они должны это прочувствовать. Еще такой вопрос, просто немножко другой, но что ты ценишь в Армении? Что самое ценное? Люди, что ты... люди. Нет, тут как бы это первое, что приходит на ум, ну, абрикосы второе, конечно, а первое это люди. Люди, это есть ресурсы, как нефть, газ, цинк и так далее. Ресурсы Армении – это и люди. Это самые добрые люди, которых я видел в себе. Спасибо. Если еще что-то есть сказать? Да. Сказал бы я так. Когда-нибудь я бы хотел вернуться домой, да? Домой к себе, в Беларусь. Очень бы хотел. Я скучаю по дому. Но Армения – это будет всегда моим вторым домом. Это бесспорно. Спасибо. Спасибо, что ты здесь. Вам спасибо.